Академии танца запускается новый курс «Художник-гример». Я счастлива, что я буду преподавать на этом курсе, потому что художник-гример – это удивительная многогранная профессия. На курсе мы будем изучать много разных дисциплин. Это грим театральный, грим для кино, визаж, косметология, рисунок, история прически, историческая прическа, спецэффекты, всяческие шрамы, будем изготавливать лысину самостоятельно. Также мы будем учиться делать постиж, бороды, усы. Это все очень интересно, и это очень ценная профессия, которая потом дает возможность работать в разных областях. Можно быть гримером в кино, можно быть гримером в театре, можно быть гримером на телевидении, можно быть гримером на шоу, можно вообще быть визажистом, а можно быть, в общем, всем понемногу, всем сразу и работать в разных областях. В Академии танца есть уникальная возможность практиковаться в процессе обучения. Это действительно редко и это очень ценно, потому что практика – это необходимая часть нашей профессии. У нас есть возможность практиковаться и работать гримерами на спектаклях, получая в процессе очень важный опыт. Профессия гримера дает возможность работать в разных областях. И кроме того, ей можно учиться всю жизнь. Всю жизнь можно проходить какие-то курсы, можно менять сферу и область, каждый раз открывая какие-то новые горизонты. Я работаю гримером 20 лет и ни разу в жизни не хотела сменить свою профессию, потому что она уникальна, бесценна. Всем советую, становитесь гримерами, это счастье.